К другим новостям. Думаю, многие помнят эти строчки из песни замечательного персонажа детских книг Винни-Пуха. Мед – это очень уж странный предмет. Мед, если есть, то его сразу нет. Ну а если серьезно, две группы молдавских пчеловодов получат грант в размере нескольких сотен тысяч долларов на развитие своего бизнеса. Соответствующий контракт был подписан с агентством интервенции и платежей в сельском хозяйстве. Одно из главных условий проекта – создание отраслевых производственных кооперативов с целью улучшения конкурентоспособности молдавского меда на местном и зарубежном рынках. Orice tip de miere este miere foarte bună, dar pentru mine cea mai bună miere care îmi place mie este mierea țelcân, din considerent că este o miere foarte fină și foarte ușor asimilabilă. Стефан Сандик – один из пяти членов первой группы кооперативов. Пчеловодством начал заниматься 10 лет назад, когда вернулся с заработков из Великобритании. Тогда он и получил первый грант. Сейчас пришло время расширяться. Группу нашу де продукатори на момент gestionează în jur de 4500 de familii și apare necesitatea de a construi un centru de procesare și colectare, ambalare și export a produselor apicole. Современный центр позволит сделать продукцию конкурентоспособной не только в стране, но и за ее пределами. Возведение будущего центра должно начаться со дня на день. Сперем во фи конструитана зона центра Молдови, ка сфи ампласат комод пентру виторий мембри. Дурата имплементари acestui проект во фи нову лунди зили. Сперем ка ла тоамна, сфаршиту тоамни честу ян, сал нам не эксплуатар. Вторая группа пчеловодов тоже занялась созданием такого центра. По проекту он будет выглядеть как большой ангар, в котором можно и упаковывать продукцию, и хранить ее. Общая сумма гранта, данная обоим кооперативам, 700 тысяч долларов. Однако это только 30% инвестиций. Остальное – собственные средства плюс кредит. Но все вложения оправданы, считают пчеловоды. Маю шанс, каш рупим ланцу из там ничего, для его цара, кореш, деньги, ауру, дульче, копеич, каш тем креяш лук ради мок, ну под в оферли продукт, фермай, ангажаться, ну под зевай сам рапитуальти, респектив, ди, авантаж, лекука, дикарьон, смабука, кадру, по оперативе, его сабукри, аутс, мои мембри, аутс, апикультурик. Проект финансируется Всемирным банком и предоставляется через агентство интервенции платежей в сельском хозяйстве. Они, в свою очередь, следят за тем, чтобы инвестиции были направлены согласно бизнес-плану. Ну, если депласаз ла фаца локului, то тогда он один кондиций, который есть ла честу группу, есть как пипер. В рамках проекта «Конкурентоспособное сельское хозяйство в Молдове» гранты на общую сумму 10 миллионов 900 тысяч долларов получили 39 групп сельхозпроизводителей.